Скажите, пожалуйста, вот сейчас по всей стране обсуждаются так называемые принятия поправок, вернее, даже Госдума, в общем-то, вчера их как бы приняла. Как вы относитесь к этому? Да безразлично совершенно. Совершенно безразлично. Вас не пугает о том, что там, допустим, есть вопросы, как по продлению, так сказать, новому разрешению Путину опять баллотироваться после 24-го? Нет, не пугает. То есть вы как бы поддерживаете вообще это чисто? Нет, я против. Но не пугает. Пугает. То есть, как говорят, все фиолетово, да? Ну, если вам так угодно, ну не все фиолетово, ну а почему оно должно пугать? Ну, просто когда-то, знаете, есть такую историческую, можно параллель провести, да, у нас когда-то из-за того, что, как многие считают, один руководитель долго-долго правил, это превратилось в некий застой, а закончилось развалом страны. Такие параллели нельзя проводить? Проводите какие хотите параллели. Я, например, провожу, я сам с Узбекистана, у нас Каримов правил. Все, что делал Каримов сейчас здесь, в Москве, повторяется в России. Я разницы не вижу особо. А это хорошо или плохо? Ну, это как вы относитесь. Я считаю, что ничего хорошего нет. Байское правление, да? Почему байское? Ну, байское – это богатый человек, а так, царское лучше. В России лучше назвать царское. То есть вы считаете, что сегодня уже у нас есть царь, да? Ну, вчера тоже он был. 20 лет уже. Еще пускай правит, вы так считаете, да? Нет, я сказал, я против. То есть, ну, если мое мнение, то я против, чтобы так долго управлял. А вообще же верите в расцвет России, так сказать? В расцвет России? Да. Естественно, я все делаю, нет, чтобы она расцвела. Это так, вы верите, просто хотите этого, или реально верите? Ну, я реально, я хожу, работаю, экскурсии провожу. Это я реально же, это же я помогаю России расцветать, знать свою историю, окружающий мир. Это мой реальный вклад. Я же не управляю страной. Да? Другие люди управляют страной. А вот вообще, как вот народ, в основном приезжий, я понимаю, тогда присутствует на экскурсии? Вообще, и наши, свои. Насколько вот вы чувствуете, что народ на самом деле интересуется историей? Интересуется. Вот вы политикой интересуетесь, вас политика интересует. Точно так же народ историей интересуется. А как вы думаете, народ хотел бы возврат к настоящей монархии? Не к видимой, как вы сейчас называете? Ну, а разница в чем? В том, что там только венчает на царство, и он от имени Бога управляет, а здесь от имени народа управляет. А вы считаете, это одно и то же от имени Бога и народа? Совершенно разные вещи. Ну, так вы какой больше поддержали, если бы вас лично спросили, это от вас зависело? Ну, от имени Бога я бы не хотел. Лучше от имени народа. В смысле, тогда, когда выборы есть. А вы верите в честность выборов? Наших? Да. Ну, хотя бы... Нет, ну, какие у нас честные? Хотя бы честные и искренние. Как повелел Господь Бог, да, каждому надо... Так, сейчас вы все-таки к Богу обратились, хотя до этого сказали, что лучше от народа власть, а не от Бога. Ну, а где здесь противоречие? Нет, я не о противоречиях, я просто говорю, что как бы такое... Нет, я же не отрицаю существование Бога.